Так, всем привет. Так, я приехал с Кишинева в Бельцин. Решил вот сделать параллельно ночной объезд. Так, я смотрю, в это время очень много народу не спит. С вами в город Бельцы, заодно посмотрим, насколько коммунальные службы проработали ситуацию, потому что, например, я вот ехал с Кишинева по бетонке, до указателя был 65 километров, вот Страшенский район, даже дорога, соединяющая бетонку с трассой Кишинев-Унгены, все было обработано. Реагенты, песок. И вот до указателя Бельцы 65 бетонка была обработана. Дальше я нигде не видел ни песка, ни реагентов. То же самое Кишкаренский поворот. И вот выезд уже на трассу Сенчери-Бельцы. Также ни на крутых спусках, там я нигде не увидел никого. Вот, посмотрим, как обстоят дела в городе. Как работает в городе освещение, самое главное, насколько готовы наши коммунальщики. Самое прикольное — это всегда выезжать без предупреждения. Так. Так, слева у нас открылся Мерседес, автосалон Техцентр. Буду ехать посмотреть, что у них там. Так, заезжаю вот со стороны тещи на улицу Йорга. Значит, улица Йорга. Наш ночной город Бельцы, да? Так. Знаете, мы больше используем соль, чем песок. Особенно это касается муниципального предприятия озеленения благоустройства. Они занимаются тротуарами. Потому что меньше грязи на тротуарах, когда используешь чистую соль. Да, это дороже. Да, это дороже, чем песко-соляная смесь. Но когда это тает, тротуары выглядят не так ужасно. Соль они бросали на, использовали на дорогу. Вижу, есть и песок. Это вот мы заезжаем на улицу Штефана Чалмари с улицы Йорга. Знаете, у нас мы сделали десятки тысяч квадратных метров тротуара за последние полгода. И я получаю сотни комментариев от бельчан, которые очень рады тому, что у нас, значит,
значит, такие изменения. Да, у нас есть очень серьезные проблемы с внутриквартальными дорогами, с некоторыми улицами в частном секторе. Но вы понимаете, если не привести в порядок, в первую очередь, тротуары всех центральных магистралей, то дальше, как бы, ну, дальше двигаться, я считаю, нельзя. Потому что во всех городах, если качественное тротуарное покрытие, то люди предпочитают ходить пешком, особенно если речь идет о нескольких остановках, да? То есть не так далеко. Вот в этом году мы пойдем по улице Первомайская, Киевская, тротуарами. Улица Йорга с двух сторон, которую я проезжал. Будем двигаться по Штефанчелмаре в сторону села Рауцел. По Штефанчелмаре тротуары сделали. До Приморья они были сделаны, от Приморья в сторону воинской части, дома офицеров. Значит, видите, вот пешеходный переход. В прошлом году его сделали. Вот видите, желтый цвет, как хорошо видно пешеходных переходов издалека. Вот это специальное освещение. Значит, тест его сделали в прошлом году. И вот эта желтая полоса света, она, конечно, да, это не то, что хотелось бы, но тем не менее намного лучше. Хотя мы продолжаем тестировать разные варианты, да? Так, это Приморье нашего города. Это Приморье нашего города. Вот видно, видите, да? У нас горит ночное освещение. Тут какие-то идиоты, правда, ночью по площади ралли устраивали. Так. Так, это Чинева, Спуница, Ворбеск. Шелимба Дистат, да, Тимас, при этом Ворбеска на Белелим, но ничего, проблема, что Тимпу мам страдует Канда Сунт онлайн с Ворбеск. Шелимба Дистат, Шанрус. Так. У нас выходит в 5-6 утра био, начинает обрабатывать тротуары, потому что за ночь может еще там намести снега, чтобы не тратить деньги несколько раз. Вот, кстати, улицу Штефанчелмари, от этой части, вот от центральной остановки, от комиссариата полиции в сторону Руцел, мы продолжим. Тротуары все сделали, просто снег. Может, сейчас не видно, но у нас везде сделаны новые тротуары. Вот с двух сторон. Это тротуарная плитка с гранитной крошкой. Тут такие ямы были. Равништи Гропин Фацала Личо Михай Миненску, Акума Сыништи тротуаре перфекти. Видишь? Еще дефрума слоной. Так, улица Дечебал. В рамках проекта Друмурбуни от лица Михая Минеску в сторону выезда в Рожкан ее начали делать. А мы вот делали с двух сторон, поменяли также полностью все бордюры, потому что ремонтировать дорогу без бордюров, как они хотели, это идиотизм. И у нас вот везде новые тротуары. Это была также одна из очень плохих дорог в нашем городе. Посмотрите, какие тротуары. Из-за того, что снежок на них не видно. На улице, кстати, минус 9,5. Так. Аша. Так, Акуша. Мика, вместе пацаном комод, чтец, кантриберли, кармелис, крец.
Кремль-Скрица на онлайн. Да, Мерку Витязами, когда Мерку пришла в Улан. Шуникач Позен Пермица с Ским камерой. Так. Вы понимаете, вот улица Дечево, километры тротуаров мы проложили. В этом году мы это продолжим делать, это очень важно. Это очень важно. Так. Фарти Бенеконсонским Берчинский, да, Сигур. Импортан штискун конскимберли сайбулокс фи факути лукрерли калитатив. Кануни ли локур требдили майдат пчти. Мануцы лауника. В тротуарли асабьем. Асабьем дискоти. Так, сейчас с улицы Сидечебал сворачиваем на улицу Каля Ешлар. Рада Калиешлар. Я фэм пистрада Калиешлар. Да, пистрезали принципали обе мне боя с кимбэм иллюминат страдалки есть тут шварти слаб. Анмот и локарь. Дичнолцы мяй мария, фост инсталати мой муцани урма. Калитатия есть, но еще и майбона. Парередировавши пати, если мутем стрезали меч, а че с иллюминат, че еще тресен стылым, че вам и птерник. Семафор. Так, мы опубликовали примерно план работы на этот год на днях. Это касаемо улицы Болгарской, улицы Лесечка, Ивана Франко. Вот. Сейчас заедем с вами. Посмотрим, завтра должен приехать проектировщик с Кишинева. Значит, касаемо улицы. Касаемо улицы. Не улицы, вернее, а парка, который находится на улице Проспект Победы. Значит, надо будет там вносить серьезные изменения, потому что то, что я увидел на прошлой неделе, это, конечно, никуда не годится. Так. Да, вот кивора три шедоу дэш. Швед фарти мултилумен ударми. Так. Хотя манижи свада. Свады купи запада нас, а? Так. Подъезжаю. Парк Победа, который мы планируем реконструировать в этом году. Вы понимаете, что тут происходит? Тут у нас один экономический агент умудрился перекрыть забором тротуар вдоль парка. Понимаете? Значит, днем он как-то открывает ворота. Еще мы будем делать реконструкцию. Этот проход нужно будет вернуть, потому что это вообще прикольно, да? Вот идет тротуар, упирается в парк. А вот здесь я сделал кусочек. Часть тротуаров сделал в прошлом году осенью.
установил освещение, сделал тротуар за свой счет, как пилотный проект. Сейчас посмотрим, что из этого получится, что из этого, вернее, получилось. Может, паркез машина. Да, светит фар тебе нет. Светит, конечно, очень круто. Фонарик это. Так, сейчас, секунду. Так. Так, шапку взял. То минус 10 как-никак. Так. Так, вот вход в Парк Победы. Смотрите, как прикольно, да, получилось? Вот здесь стоит очень красивая плитка. Здесь красного цвета, видите? Значит, красная плитка с гранитной крошкой. Да, что-то мне кажется, что столбы даже что-то стоят как-то слишком близко. Я думал, не будет видно ничего. А вы видите, что видно очень прикольно, да? Значит, это вот бетонные столбы. Видите, сделали из бетона. И вот вставлено светодиодное освещение на разных уровнях. Видите, здесь посередине, вверху. Потом светит в бок, да, светит вперед, и получается, что освещает по кругу, вот, значит, поближе к весне мы понимаем вот эти тумбы, видите, здесь фотографии героев, ветеранов Великой Отечественной войны, значит, мы их, конечно, красили там, ухаживаем за ними, но нужно уже установить новые, потому что этим уже, наверное, по 60 лет. Вот. Видите, да, как прикольно? Так, сейчас вот. Знаете, вот все-таки то, что гранитная крошка, значит, это прикольно, потому что вот я смотрю, что, знаете, вот не так скользит за счет того, что гранитная крошка, то есть плитка не гладкая, а шероховатая, да? И как я и предполагал, ходить по ней, вот видите, даже лежит снег, и момент, когда соприкасаешься вот с этой плиткой, получается как бы очень здорово. Так. Вот. Не, ну освещение, вот согласитесь, что прям видно, как днем, да? Так, там кто-то идет, кричит. Очень нервный. Вот. Вот так мы продолжим весь парк. Установим современные лавочки. Значит, установим современные лавки, значит, урны и примерно вот так. Значит, там мы хотим установить также скейт-парк, значит, площадку для детей, она должна быть где-то в углу парка, чтобы не мешать людям, которые здесь будут просто гулять или отдыхать. Значит, для маленьких детей будут в углу парка. Ближе сюда уже будет площадка со спортивными тренажерами, воркаут, такой же, как я установил в Центральном парке в прошлом году. Вот. Ничего тогда, вид. Правда, мы говорили с ними установить в верхней части фонари там зеленые, красные. То есть, чтобы подсвечивать деревья. Что-то они это проворонили, эту идею.
Потому что просто белый свет — это прикольно. Но все-таки в сторону можно было установить зеленый. Но я думаю, что этот пластик, он несложно меняется. Я думаю, это доработать несложно. Так. Так, а вот здесь то, что я вам хотел сказать, да? То есть вот смотрите. Вот идешь по парку, по тротуару. Вот тротуар, как бы окантовка. И вот идешь по парку. Вот вы видите, вот как здесь. То есть здесь практически осталось только одно название вот, вот этого. Вот от дорога тротуаров. И вот смотрите. Значит, здесь ресторан. Значит, здесь смотрите, что сделали. Вот идешь по тротуару, упираешься в ворота. Их на день открывают, типа, для того, чтобы люди мы ходили. На ночь закрывают. И то же самое. То есть вот тротуар просто перегорожен. Значит, воротами. Значит, я говорил владельцу перенести влево. По этой части пусть я делаю, чтобы был сквозной проход. Потому что так, как там предложил проектировщик, обходить ресторан там через дорогу, нет. Здесь должен быть. Значит, никто не имел права это делать. И у нас это вечная проблема. То, что кому-то 15 лет, кому-то 20 лет назад дали строить в парке, да? Значит... К сожалению, некоторые, которые называют себя представителями гражданского общества в Бельцах, значит, ходят, орут по судам, что вот, не пришел усатый, не пришли советники с примари в Курте Диапиел, они там борются. Они там такие же юристы, как половина тех тюленей, которых вы видите по телевизору, да? Значит, что примария никак не участвует, чтобы вернуть земли городу, которые незаконно продали 15-20 лет назад. Они не понимают, что мы должны через парламент провести закон, что все, что было построено незаконно изначально, с нарушением исходной разрешительной документации, значит, это все нужно будет сносить к чертовой матери. Либо, как я уже неоднократно говорил, что в этих заведениях, которые в свое время незаконно продали, взяли в аренду, неважно. Значит, чтобы в этих зданиях были там кружки для детей, там танцы, рисование, неважно что. Вот такие планы. Они думают то, что они ходят постоянно, что-то постоянно дудят, а розовая секта их поддерживает. Там пока прима ругается матом, бельцы теряют свои земли. Уроды, половина ихних, в том числе и некоторые ихние депутаты и советники, они раньше работали в руководстве города, когда все это продавалось вместе с коммунистами. А сейчас строите себя оляк розовый девственница. Залезет ситуация. Так. Вот. Ну а себе мне войди. Ну а совем мне войди маймуки, мой дифкарин Леджисласи, есть он хаус тута ласта, шин конструкции, шкон с примеска авторизатель, шиной шедем, что с примарин сары, перес скрие черри, пелагой стройинспекция, с ругем фрумос, с лифаком прочес, паста из дука инжидиката, дау водой курканши, шлегализа за конструкции, шкуаста тет, термин он мажоритати казарут парирдер, он тот цар. Вот, а так, когда мы поменяем закон, и все то, что было, является памятник, парк, памятником архитектуры, не имели права выдавать разрешение на средства, снести к чертовой матери, неважно, насколько офшоров там, кто сколько раз переоформил. Вот, тогда
все будут бояться брать участки в парках, на тротуарах, на проезжей части и так далее. Так. Шоссе. Так. Лично я жду, когда запустят поезда. Тут новость-то. Да, прочитал, что начали перед Новым годом и до марта хотят сократить 300 человек, чтобы людям не было чтобы некому было видеть уже, как остатки железной дороги пилят на металлолом, понимаете? Это просто ужасно то, что происходит. Просто ужасно. Вот, вот результат. Самое страшное, стали железнодорожников без зарплаты. Значит, люди. И помимо того, что мне выдали заработную плату, огромное количество людей сегодня попадает под сокращение, понимаете? Значит, хотя в это время, пока пандемия, пока коронавирус и нет международных поездов, нет сегодня поезда Кишинев-Бухарест, нет сегодня поезда Кишинев-Москва. Поезда на самом деле в мире практически не ходят. Но в это время можно было заниматься реконструкцией, модернизацией железной дороги. Но это должен был хотя бы кто-то запланировать, понимаете, чтобы это сделать. А у нас весь план модернизации заключался в том, что пилили просто дорогу на металлолом. С космической скоростью. Ренат, когда выборы ждем? Ждем, вернется президент из Брюсселя. Договорились встретиться, потому что с самороспуском ничего не получится. Как я уже говорил, пусть выдвигает кандидатуру премьера, за которую эти жулики и воры голосовать побоятся. И вот так можем запустить механизм досрочных парламентских выборов. По-другому, пока они ждут решения Конституционного суда, пока они, значит, просто затягивается ситуация. Я не согласен с тем, что, например, когда президента спросили о том, типа, вот, там усатый предлагал распустить парламент, значит, выдвинув его кандидатом премьера, потому что партия социалистов и Шор за него точно голосовать не будет. Она говорит, что выдвижение любого премьера сегодня отдалит нас от досрочных выборов. Я думаю, что вы убедитесь в том, что это будет единственный путь. Потому что социалисты с Шором за что-нибудь еще проголосуют для того, чтобы эту паузу, вы знаете, да, что если в течение трех лет не, в течение трех месяцев ни за что не проголосуют в парламенте, то это тоже повод распустить парламент. Они за что-нибудь проголосуют. Поэтому ожидания платформы, не платформы, да, а опаса в том, что пройдет 3 месяца, эти ничего делать не будут, и у нас будет выбор, нет, это ни к чему не приведет. Надо вы видите, все министры внутренних дел. Я верю, конечно, в молдавский Моссад. Да, название, кстати, мне посоветовали. Моссад это в Израиле, и они занимаются работой только за рубежом, а нам нужна и внутри страны, и за рубежом. Поэтому я думаю, что у нас это будет НБР, Национальное бюро расследований, бюро национал инвестигаций, Каривалуптаку, коррупция, эшелон или прямой эшелон, и ладепутация парламент НСУС. Так, я это континент Мирзюмпи, Страда Дечебал. Новость Сан-Темпла.
Мураша и Курацал, два водомы. Амур Зведем, Щипи Александр Челгун, Щипи Пулгар, Пелечкаш. Дубастас. Так. Так, где-то еще Керы. Интересно, еще Упрелукрат, Вария Пропи, систему, где Динкалдери, и Фарти Странева, Пропага, Требдивозот, мы. Так, ребят, я прошу тех, кто будет смотреть утром из коммунальщиков наших, скажите мне, вот Александр Челбун, такое ощущение, что здесь или где-то теплотрасса рвет, или это обработали. Значит, то же самое вижу по улице Конева, которую сейчас сделали. Кстати, посмотрим сейчас. Значит, здесь меняли теплотрассу. Значит, просто мне очень интересно узнать. Это новая теплотрасса так греет. И люди платят сумасшедшие. И все это ложится на потребителей. Или это обрабатывали солью, но что-то не похоже. Это улица Конева, ее сделали в этом году. И видите, сделали парковочные места, кстати, вот мы их проезжаем с двух сторон. Видите, как цивилизованно сделали? Значит, тут не было парковочных мест, здесь пойдут беспроводные, видите, справа, слева. Значит, здесь мы еще должны поменять освещение, потому что здесь... закончили, но то, что привели в порядок улицу, и вот справа, слева организовано, где-то вдоль дороги, где-то параллельно, где-то перпендикулярно, смотрите, парковочные места, знаки стоят, смотрите, как прикольно, да? Но вот что не прикольно, я очень боюсь, что это все-таки теплотрасса греет асфальт. Вы видите, что происходит, да? Так, попрошу посмотреть видео, доложить мне с утра. Значит, улица Александра Челбуна и улица Конева. Что это? Так, супер. Современная улица. Так, здесь улица Лесечка. Улица Лесечка. Также сделали ее в прошлом году. Здесь пойдут наши первые беспроводные троллейбусы. Вот мы их в ближайшее время ждем. Так. Да, ребят, причем я это видел только на БАМе. Но я все-таки думаю, что это, наверное, обрабатывали. Может, я вот вижу и улицу Болгарскую. Вы видите, я думаю, что все-таки они здесь, наверное... обрабатывали солью, либо что-то норд на БАМе везде греет землю. Очень интересно. Улицу Болгарскую, кстати, будем делать в этом году. Значит, тротуары до Ивана Франко наверх. Дополнительно мусорные контейнеры, нужно закупать урны. Так. Сейчас посмотрим. Да, видите, болгарская вся наверх, я думаю, все-таки здесь была соль. Потому что таять оно не может. Минус 10 на улице сейчас Бельцев. Вот так. Да, вторую
часть улицы Александра Цубона. У нас в Витебске уже беспроводные троллейбусы. Отстаете от Беларуси. Ребят, у вас их там производят, а у нас, у вас там 30 лет как распался Советский Союз, занимались производством, а у нас занимались распилами. Вот вам и разница. Вот вам и разница. Так, раз Валентина приструглит до слез, хочу домой. Да, Валентина, если бы все политики объединились и всех бы объединяла бы национальная идея, как создать рабочие места и вернуть всех граждан страны нашей домой, вы понимаете, как прикольно было бы. А когда большая часть политиков заинтересована в том, чтобы вся страна уехала на заработки, все уехали на заработки, чтобы вы просто отправляли деньги из-за рубежа пожилым родителям или детям, которые остались здесь без родителей. Да, Форти 300. Я точнее, да, бэй фрати, но мэй рос. Хайди скворбес кэнли мэй дистат. Аша. Салутерниан Рома. Так, я кабат кщенева еще, где мы плыли, бущерстве кавкалюк. Так. Это чинева скрик, если у сценери Марин Орхей. Сценты имитатла Орхей. Стимас, приятен. Это лечит скорее ситуация. Его пилонга факту, как амулс, керспон, это амдиспарут. К носам такти ваша компания. Канерамон компания, электорал, и рам кончей дюдинкон проприум. Почем компании? Акума сам примар дебелс. Да, на эти дикалф, локалф нам дедес филаминат еще фрумасло факу, да, то там фацан. Так. Я как у дрому спать. А муж с мадукинку с макларифика пробую. А давай мы холодный тунерик назвать не мика, звадным кистью проблему локатари спонка. Калфлодно спать треба с факундрум, шолосат от балт. Так, салут Аридин Фалеш, салут. Ураш умел Натал Фалеш. Так. Да, отрез континуем, тротуарли. С финисом страда Дечебал. Полная шеря с прерышкань. Если бы не воровали 30 лет, было бы не хуже, чем в Европе. Да, согласен с вами, ребят. Так, а муж сведем. Фейку центру. Так, сведем фейку центру Орашлы. Но апте пиетон нос. Ланой 5-1 муниципал был съесть Эдуард Пиетонала. Куя Сепчеля. Машине Лорди Сервичу. Орфи Полития. Сервичи или Коммунали. Паза Дистат. А может сведем Щейку. Так. Сведику мы после насыпу, мы пусари. Педро Мураш есть и. Мураш есть и бини, да я с моя соединяться. Так, ребят, какой-то у вас разброс странный. Вот пятнами бросаете. Ша.
да, страда Дечебал до перепарації в тротуарі. Ну і паркінішну звіння креді кештим був, штіку. Воно царе форті міка. Ну і ще діком така, да. А вес перфекти дрептати, це в нього. Так, ДК у нас здесь справа. Значит, тут у нас самый современный зал в стране для боксеров. Так. Да, трафик Лавара Патрум был с Демняцем на приезде. Штаман и Бинин Нопти, Академир Девазут, Кумар Треболь, Демараж. Сведи куприл украд. Так. А может мерим страда Пушкин. А и что дело Штефан Чалмари? Штефан Чалмари он факутает стать тротуарли. Чекали фахим страда Пушкин. Динамбили перцем вали. А с кимбат бордурли. Так беде с педряпта шпистенга тротуар лесной. В último момент мараз, апар кума парништи бань, репарем дям страда, да, вим импортант держа бордури ной, ши поважно у тротуари ной. Так. Так, сейчас посмотрим, что у нас центральное. Это здесь 5-1 муниципал был, пропой. Зона питонал, есть самая маленькая Республика Молдова, Куржварец, Сиди, Фурмас, основной. Сейчас водец, стал бразой, да, еще есть индепенденции, а еще есть форте муди лукшек, требует дела Прометео, полнолаку Орошенецкий, ардинкулу дела Курошенецким, бэм апедукту, дар поважден дуу перса с ипунем, а ну и стопим перс. Партия Централ из Персов, Орген Земли читает Копидукт. Так. Так, в этку партии Дилумень Нуард. Ну что, дещи пибраз. Ярля таетлю, фрат не боневарь. Ну, целек, варсонта плачева. А, урили стынгу парти пенопти, ну целек. Елка наша почему-то не горит. А еще отзыва мерк. А еще отзыва меры. Ну, Филбер Марок. Эйзвар. Дулчер Пинтр Купи. Так, интересно. А кто и во сколько отключает часть освещения? Ёлку. Так. Здесь у нас машины не ездят, только когда коммунальные службы, как я уже говорил, вот объезд. Видите, вот домики, где у нас. Ну тут они все украшены, конечно. Вот елка наша не горит почему-то. Интересно, зачем ее отключают? Она не так много электроэнергии потребляет. И в какое время ее выключают? Вот центральная площадь Бельц. Вот я кристалл установил. Здесь фотографируется. Все жители и гости нашего города. Я кашаюсь Тимас, приедем Ланой Лабелс. Да, Сафурат Фарти Мулдин Иллюминат, Касштец. Дичь. Карий не буйный сын, Майскот. Майскот-то... Шебрац,
туфель и трандафель. Иди с Граполи, Форли, Дука, Кас, Полиция, моя принципе, да, мне ферерти. Хорошо не рушинаться, фи, а? Парировал. Ёлка не горит уже пару дней, пишут. Почему ёлка не горит пару дней? Спросим у Николая Николаевича Григорьевича с утра. Почему ёлка пару дней не горит? Патрулет. Боец. Его из пунику отыца не будешь, он патрульнуть с капа, так и настрязаск совесть, алавоний. Залез. Я как орей проблема. Катаса Дистрада Индепенденция в университете Олег Орсо. Это ингропшен, ну, птем. Сори, парел. И кауза, как ума, аштептем с организм лас фашитлу январенча подлу феврари ли читатей. Ку со скимбэм апедукт. Клануэн муки локалитес не бони динтей. Пон асфальт шперма. Штюнан дуэ пон апедукт. Снунимиримо нашей ситуации. Снунимиримо нашей ситуации, где ты вачем апедукт. Я компус димбань персональ. Ми Димитри Дипатраж. Ми Димитри Дипаваж. Километри Дипаваж, пиумараж. Так, я сейчас приказ, а мен, ну, не ампус. Казакиака, примару. Фащ ладен соказ, никотин керал бань персональ да оркум. Штискум. А с некларифка, копи дуб, шоп видемаш. Оркум, требус с организом. Шо зоны диодих на Ислала, Курушенеск. То почти с кимбам апедук, то шамваров, а чем друму ж тротуар лесить. Фарти формос не обкам жди лак. Так. Санту партии диагенции экономичкари. Еску инициатива спартич кумва. Лам фрумо царе. Фрумуси царе урашна. Алцы. Бак пчвору. Суди принц на мас чердяск теренур. Пемараш. Кумов вообще пятим по коммунисту. Ша. Шаста. Симас Претин, Амажон Сакаса, Мерксадорм в Рыплатруоре, Шедемняц Лассервич. Чедин Сервич или Коммунали, Карел, привет, видео, Аштепт, Аштепт извлекать. Демняц, сын Дистрада Александру Чербон, Булгару Шконева. Исари, вот тут Шанкалдышти, Четнорду, Помонту, Птимдиярна. Шашая приятель. Бини Йова Куприн Питоц. Мэни. Держаста зовем за Делокру. Пьем еще по Тоди Кунапти. Кукаца вошло и дихнится. Рим Фарти Мулт. Диме. Мучит Каским Бэм. Лукру Ли Ансар. Ладно, ребят, я вас всех обнимаю. Пару часов веду, посплю. Вот. И мы с вами на связь. Обнимаю вас. Пока.